Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гога2210, и сегодня, ребята, мы будем открывать Brawl Pass. Да, ребят, я короче, задонатил на Brawl Pass. Смотрите, я еще до Гавса ничего не дошел, но я все равно, у меня уже 246 гемов, и раз, два, три, покупаем. Да, теперь у меня есть Brawl Pass. Отлично, давай заберем D4-1 Daryl, или как он там еще назывался. Мега ящик. А по пятерочкам. Ладно, все равно. Монетки. Опа, набор значков. Офигенные значки. Так, очки силы я пока не буду забирать. Офигеть. Так, монеты. У нас куча монет. Пятерочка. Все, ребят, нам пока ничего не выпало, но зато я оставила эти, как там, очки силы. Смотрите, и теперь у меня открыли задание только с Brawl Pass. И разноцветный ник, да, ребят, разноцветный ник. Так, ребят, я хочу сделать такой золотой ник. Напишу, ура, Brawl Pass. Давайте сыграем за D4 One Daryl. Вот, мне не терпится за него сыграть. А, нет, не тот Дэрил. Вот он. Отлично, какой красивый. Ну что, ребят, давайте сыграем в одиночном столкновении. Еще генерал Гаус будет. Так, ребят, сегодня мы должны выполнить все задания. Прикольный спин. Вот соберем. Интересно, сколько у меня там еще денег осталось? Так, ребят, идем. У меня уже лица зарядилась, отлично. Так. Опа, давай. Да, я Карл убил, отлично, ультимобили. Ну-ка, давай-ка теперь возьмем эти. Вот там. Баночки. Возьмем баночки. Блин. А мы тут как-то. Динамайт. Классный скин. Мне Рилли очень нравится. Еще генерала Гавс хотел бы я получить. Уже круто. А что самое интересное? У меня там геймбот. Блин, второе место. Ладно, все равно, все равно, все равно. Это очень прикольно. Вот такая вот у нас идея. У нас осталось 77 гемов всего. Но все равно у меня на скин там не хватает. Как-то на вот этого кольца. Так, тут гемы есть. Brawl Pass весь этот. Не, на весь этот Brawl Pass нет гемов. Давайте выполним любое там задание. Смотрите, сколько у нас заданий открылось. Давайте их выполним. Так, тупо надо исцелить жизни. Я просто хочу добить до 30-го Бравл Пасса, чтобы, например, до этого черепа открыть. Давайте повыполняем квестики. За Бла и за Пэм. За Пэм я выполню выиграть 5 раз, и это не так сильно. Стоп, а что мне там написали? Блин, я не успела посмотреть, что мне там в клубе написали. Да, все равно, самое главное, что у меня есть. Это очень прикольно. Не терпит это вообще генерала Гавса. Сколько он вообще. Here comes
Ах ты! Хитрая такая. Ну так олег. Кто-то у нас пустит. Бибил. Понятно. Два, закрыть я. Ничего себе. Так сильно залагала, и она умерла. Это как я такое не мог. Не могу представить, как это. Так, тут, наверное, Кале должен сидеть. Меня сильно... Блин, меня чуть не снайпили. Пистолет для него здоровый, ЖПМ. Так, поднимаем, ребят, поднимаем, кучу кубков поднимаем и радуемся этим. Так что мне там... И что это новое? Стоп, у меня там тут еще мини-город. Это факт. Окей, ребят, давайте продолжать задание. Мы сейчас добьемся до 28-го Brawl Pass, потом до 29-го и наконец-то добьемся. Как не терпится. Let's get scrappy! Wham, bam, hit up, bam! Блин, что? Блин, я же боролась на это. Так, я не помню, что я занимаюсь, думаю. Я не помню, а как там робот ходит? Я не помню, а что там Андер ходит? Не запомни. Мистер Пи, блин. Пи-пи. Мистер Пи-пи. Ладно, я сейчас уничтожу робота, а потом Мистер Пи возьмет все банки от робота. Отлично. И что, Мистер Пи очень далеко сейчас. Ой-ой. Ладно, давайте в обратную сторону. Опа, снимаем. Так, я Амберу не советую так сильно, потому что мы, блин, не знаю. Так, у меня 8 банок. Пойду кого-нибудь убью. Амбер, наверное, не умерла. Ага. Что я убила? Понятно. Идем. Опа. Слышь, чел, я, конечно, люблю гавца, но... Ладно, я ему победу все равно дал. Я ему и так хотела дать победу, вот что. Так, ребят, 10 кубков осталось мне до 500-очки. Потом... У меня суперсел там слил немного. А ну-ка, давай-ка посмотрим на наши шансы в магазине. Шансы. На легендарку немного повысились, у меня было 350%, сейчас 363. Отлично. Дальше выполняем задачки. Я уже, если честно, не устал выполнять их, но я их все равно выполню. Ну же, пацаны, мы должны выполнить. Тиктокер Флоки. Не, иди отсюда. Я сказал, иди.
Ладно. Он сейчас прыгнет. Опа, давайте его зажмем. А, он сейчас... Я знаю его метку. Давай. Нет. Ладно, посмотри. Хоть идет, что не смело. Главное, что немного. Вот. Ну, брат, снова нужно. Просто я не хочу вот мимо там заходить. Если там что-то делать. Let's get scrappy! Wham, bam, here comes Pam! Понятно, что с тобой, брат. Ой, блин. Нафиг иди. О, блин, у меня сейчас снайпнет. Дубль номер два, пацаны. Это как-то жарковато мне. Так, там уже кто-то с гавсом ходит, верю. Я гавса сразу буду апать на 9 силу и сразу на 20-ку. Если повезет, то я его, может, и на 25-ку апать. Опа, давайте, пэм против пэм. Пэм против пэм, давай. Опа. Пэм. А, ну что-то такое, ну что-то. И сейчас я буду химиться. Блин, 7 баров, не, ну на вкус. Вот, так, ну. Идем-ка за ним. Вернем за... Так, не договаривай. Не. Блин, а я бы... У меня был шанс его убить. Вроде как бы 5... Приводите, будет 5, да. Когда нас не будет. Так, пожалуйста, не стой на кресте. Вот 5 баночек заслужим. Ты за робота. Так, ребят, там один сундук нет. Ах ты, а там это, Наня сидит. Наня сидит. Не, ну Наня, наверное, будет по-моему. Так, я не понял, это мы что пока распинаем? Ты уже такой попадем, да? Все, до свидос. Здание выполнено. Вот это я хотел. Почти немножечко осталось. До 28. Так, вот это надо в одиночном цветном. Ну, ребят, давайте теперь не за пэм будем играть. Хотя на пэм еще немного. 20 ранг. Ну да, хоть. Или за Дэрила, не знаю. Ладно, давай за Дэрила сейчас сыграем. Я думаю, там что-то другое будет написано. Сейчас апнем 28, сразу будем апаться на 29, а потом уже на 30. Как гавсу. Мне как-то уже надоело апаться, но я должен это сделать. Выиграть. Блин, у него атака капец классная. Это не то, что там ваша эти, как там. Стар, полка. Ну что, как у нас? А тут смотрите, дырил такой человек. Вообще. Ой. Что там выходит этот, как там? Так, ребят, я, наверное, не все. Там что, тоже это? Опа. Да, все, я затимнулся со своим клоном, но только у него спин другой. Что делать? Меня там зажало. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, перейду к нему. Все, вместе с Дэрилом ходим. Так, там опять нами скинки. Блин, ты что, меня открыть все думаешь? Блин, ребят, это очень жестко сейчас. Вдруг мы сейчас проиграем, это очень жестко. Капец. Тихо, сюда. А, нет, блин, нас. Ваня, давай убей его. Да ты что, меня хочешь убить? Нет, Ваня, убей. Наня убей. Наня убей. Опа, да, Наня умерла.
Все, я перемещаюсь быстренько к дереву. Нет. Да блин! Пустое место. Нет, это не выигрыш. Это вообще не выигрыш. Это проигрыш. Ладно, ребят, мы сейчас с читером будем типа в кустах сидеть. Там одну баночку возьмем, блин. Вон там баночка. Взяли банку. Теперь идем сюда. Тебя что-то в кустах не хочется сидеть. Отлично, со мной теперь еще и робот исполнился. Ладно, может здесь? Нет, здесь как-то небезопасно у нас банки. А вот здесь уже безопасно. Короче, мы тут, наверное, сейчас в центре все банки сломаем. И тут, может, и топ-1 за ним, не знаю. Опа, все, ребят, мы все банки в центре сломали. Все, можем спокойно идти. Так, тут где-то голый ходил. А ну-ка, он тимиться хочет. Да, давай. Минус один. Блин, за мной коряд гонится, у меня жизни мало. Опа, давай. Затимимся, конечно, давай, братан. Все, давай, тимиться. Блин, мне еще одну банку не хватает. Может, колет? Не, я с ней уже затимился. Так, блин. О, нет. Так это тот самый гейл, который поставил эту как там, пружинку. Если я на него сейчас пойду, то он опять поставит пружинку, куда-то меня откинет. Блин, что делать? Так, ну что, мне еще бота убивать? Ладно. Блин, Шелька сейчас опять будет. Мне пока нет. Сюда. Опа. Ух, блин. Ну, насквозь, слушай, роботы. Все, ребят, тупо закрыть, мы заняли попадаем. Все, плюс 9 кубков. Отлично. И мы апнули 500. Так, ребят, у нас есть монеты и маленький ящик. Джеки, Гейл. Отлично, нам еще нужен большой ящик. Огромный такой. Так, это нам понадобится 300 монет. Может, в горячей зоне сыграть, не знаю. 500 монет в горячей зоне, ребят, да вы что? Ну, крэзи какие-то. Ладно, давайте возьмем славу большого этого челика и нанесем 16 000 урона. Давайте зайдем. Какое, блин, одиночное столкновение? Так, ребят, я сейчас сыграл в это, в одиночное столкновение и плюс 6 кубков. Теперь, ребят, мы играем в горячую зону. Выполняем квест, короче. И я добью 2 золотых урона. Опа, с нами это вот это, короче, Амбер, да, Амбер. Опа, ребята, я заблинки. Ну-ка, давайте сейчас исполним туда, где они, ну, типа, проход. Типа, проход, что же будет. Открываем проход. Гру. Чёрт, они уже выигрывают, по идее. Ладно, черный. Не. Так, ну что, они так играют. Не, мы проиграем. Но я буду стараться убежать, что-то не понимаю. Нет, тут у меня ожидание убежание. Меня.
ах ты. Окей. Это два фоника ролика будет. Всё. Так, ребят, вернусь, пока выполню квест. Так, ребят, задание выполню, а теперь открываем фотоящик, который ещё не будет. И, ребят, мы должны дождаться мегаящика, когда же я его смогу открыть. Так, ребят, у нас тут еще немного осталось, это, чтобы открыть мегаящик. Надо... Я выполню задание за Байроном. Вот, и забыла. Это все будет в другом ролике. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А с вами был я, Гугл 2210, и всем пока.